Так, добрый день, добрый вечер, скорее даже, уважаемые любители ММА. Мы ведем прямой эфир с открытого турнира по смешанным боевым искусствам памяти Юрия Мильдзехова, нашего выдающегося спортсмена, который, к сожалению, 6 лет назад ушел от нас. Он заслуженный мастер спорта, чемпион России и Европы по вольной борьбе, участник Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по сумо, также чемпион России по боям без правил. Только что завершились основные бои финальные среди любителей, и сейчас начинаются главные бои, которые пройдут по правилам профессионалов. Я совсем забыл представиться. С вами сегодня будет Константин Дзываев и Георгий Дзгоев. Добрый вечер всем любителям смешанных боевых единоборств. Мы с Константином сегодня тоже дебютируем в этой роли. Да. Так что мы постараемся сделать... Строго не судите. Нет, да не строго судить, мы постараемся сделать максимум, выжать из себя, чтобы телезрителям было интересно смотреть эти бои. Итак, у нас первый бой будет Сослан Джабиев, представитель нашей республики. Он является бойцом клуба «Звезда». Основной у него вид спорта – это рукопашный бой. Ему 21 год, рост 190 и вес 90 килограмм. Его соперник сегодня – представитель Кабардино-Балкарии Артур Пшигатыжев. Это более взрослый соперник. Ему 29 лет, рост 172, вес 93 килограмма. И базовый вид спорта у него – грэплинг. Кстати, он представляет клуб «Гладиатор», да. Расскажем телезрителям то, что... Предваряли все, так сказать, главные события вечера бои любителей. Было много очень интересных боев молодых спортсменов. Кстати, Суслану Джабиеву всего 21 год. Он гораздо младше Артура Пшигатыжева. Стоит отметить, что очень много любителей смешанных единоборств сегодня во дворце спорта «Динамо» собралось. Да, зал забит под завязку. А вот даже на балконе практически нет свободных мест. И, Константин, мы начинаем. Пожелаем бойцам удачи. Да, удачи и, самое главное, без травм. Да, самое главное. В черных шортах Сослан Джабиев, в красно-белых Артур Пшигатыжев. Ну что, let's get ready to rumble. Итак, начался у нас бой. Сейчас посмотрим. По сути, Пшигатыжев, я думаю... Сразу, раз он представитель... Без разведки идут они в бой. Грэплинга. Ой, хороший правый, и он уронил его. Какой удар правой проходит у Сослана Джабиева. Сейчас попытка добивания. И все, бой остановлен. Браво, браво, Сослан. Просто великолепный, великолепный удар у него получился с правой. Буквально понадобилось 30 секунд, да, примерно? Да, примерно так, очень быстро. Очень быстро закончился у нас первый бой, и мы поздравляем Сослана Джабиева с этой великолепной победой, нокаутом. Ну, Артуру... Первая победа Сослана в профессиональной карьере ММА. И пожелаем ему дальнейших успехов. Отличная победа. Я думаю, да. Никто не скажет, что это был какой-то счастливый удар, lucky punch, так сказать. Да, это безусловно, это удар. Очень хорошо снайпер, попал, да? Обрати внимание на это. И, по сути, после этого там было небольшое замешательство, но все равно он все-таки добил своего соперника. Да. Вот сейчас награждает спортсменов брат Юрия Мильдзехова Владимир. Большой молодец, Сослан. Поздравляем еще раз, Сослан Джабиева, и желаем большой удачи в будущем. Итак,